Эльдар, сейчас ты и как очень многие другие подписчики узнают о том, куда эти деньги уходят. Ты уже знаешь. Многие в интернете разные вещи говорят, Айк отбил цену или еще что-то. Пусть говорит каждый, что хочет. Мы изначально, как этот год начался, слава богу, у нас работа пошла, может быть, где-то даже лучше, чем у других ребят. Долгое время мы стояли, мы не могли работать в связи с пандемией и в связи с войной. После военных действий мы начали работать, и у нас сразу же было желание помочь, чем мы сможем. Где-то детдомам или помочь все-таки людям, которые, дети остались сиротами, родители которых оставили свою жизнь на поле боя в Карабахе во время войны. Долго размышляли, думали машину отдать какой-то семье, но понимаем, что ну, одной семье дать и остальным не дать тоже не могли, и обнять всех тоже не смогли. Поэтому мы решили разыграть Ипсум. Разыграть и все, что соберется, помочь людям раздать. Это решение было принято давно, поэтому сейчас многие что-то будут говорить, это уже оставим, как говорится, за кадром, и нам это не так уж и интересно. Здесь все 711 билетов, которые были проданы, и вот два билета твоих, так скажем, счастливчиков, да? Было собрано по 350 рублей за каждый билет, чисто символически. То есть каждый, кто купил билет, он не проиграл. Дорогие наши подписчики, друзья, каждый, кто купил билет, запомните, вы не проиграли. Каждые ваши деньги, которые вы перевели нам, они идут на помощь тем людям, которые нужны. И мы сегодня поедем вместе с Эльдаром сначала на братскую могилу, потому что у нас там большое горе. Поедем семьям, где на самом деле очень тяжело, в дороге мы расскажем. Скорее всего, мы не будем показывать полностью видео всеми, которые мы заходим, потому что это будет не то видео, которое нужно будет везде все показывать, и не все семьи захотят сейчас в YouTube-канале, сами понимаете, это траур. Вот. Поэтому каждый ваш день, который вы перевели, они ушли на помощь. Было продано 711 билетов, это получилось $3300. Плюс мы собрали всей командой из тех денег, которые вы нам переводите на переоформление, покупаете у нас машины. Хоть и мы с начала года, многие видят, на ценные машины уходили в минус, но мы как смогли, как нам возможности позволяют, помимо организации этого розыгрыша, мы собрали, мы добавили до $4500. Это именно с каждых денег, которые вы переводите, друзья, будь то переоформление, будь то покупка автомобилей. По своей возможности мы сегодня поедем помогать тем, кто нуждается больше всего. То есть мы взяли списки людей, у которых более, не то что более, а именно неимущие, которым больше нужно, и поедем к ним. То есть по дороге расскажем, куда едем. Вот здесь конверты. Давай мы вместе разложим по $300 на каждую семью. То есть 15 семей мы сможем сегодня навестить и помочь им. Друзья, это первый розыгрыш, да, помощь, но далеко не последний. Мы будем стараться дальше работать и дальше помогать. Смотрите продолжение. Сейчас мы, Эльдар, едем в первую очередь по дороге все это. К семье осталась одна супруга, двое детей. Зовут нашего героя Давид. В первые же дни войны, во второй день он пошел туда на войну добровольцем, снайпером. Погиб на поле боя от пули снайпера. До последнего по пули он выстрелил и погиб достойно. Осталось у него двое детей. Едем навестить их. У старшей дочурки завтра будет день рождения. Сегодня узнали, когда позвонили, что едем к ним помочь, чем сможем. Сейчас мы зашли в первую семью к нашему герою, к Давиду, который защищал свою семью, защищал свою родину, отдал свою жизнь. Это герой.
него осталось двое прекрасных дочерей и жена героини. Они настоящие герои. И это видео делается не для того, чтобы показать, что мы такие хорошие. Просто мы это записываем для того, чтобы вы сами убедились, что ваши деньги ушли именно сюда, именно на помощь тем, кто нуждается. Я не знаю, кто как к этому отнесется. Мы делаем то, что у нас в душе. Сейчас мы едем на братскую могилу, где еще похоронены герои Первой войны Карабахской. Но то, что сейчас там происходит, это не описать, ребята. Сами сейчас увидите, сколько новых могил, сколько героев осталось. Это называется по-армянски Ерабулуш. На скале похоронены наши герои. Вот мы сейчас едем отдать дань памяти нашим героям. Это могила Давида. Здесь все герои. Сколько вы видите флагов, это все герои. Это все свежие могилы. День, когда было захоронение Давида, одновременно шло в то время трое похоронных процедур. В то же время вот здесь парень захоронен 19 лет. Там также молодой парень. Тогда еще на той стороне не было могил. Это только часть погибших ребят. Они все герои. Да будет земля. Герой Первой Карабахской войны, благодаря таким, как Вазген Саркисян и Манте, были победы, которые разгромили огромную турецкую и азербайджанскую армию камнями и обычными оружиями и выиграли войну. Здесь нечего говорить, здесь нету слов или еще чего-то, здесь только одна боль и гордость за таких ребят, которые, несмотря ни на возраст, ни на страх, шли только вперед. Они герои. Сейчас мы едем здесь в городе. Керакасян Армен погиб, осталась супруга и двое детей. Едем их навестить, небольшую душевную поддержку, моральную дать. Ну и чем сможем, поможем, чтобы хоть как-то разбавить их горе, их сложность. Вот так, я и классно. Вот.
Сейчас мы едем в деревню Суник, Сосуник называется деревня. В этой маленькой деревне, увидите, совсем небольшая деревня, не сильно обеспеченная деревня. С маленькой деревушки уж погибло 9 героев. Едем ко всем этим семьям. Сейчас идем к семье, где в 90-е годы во время Первой Карабахской войны Хачатурян Новик погиб его отец. Отец не увидел рождения сына. Хачатурян Новик также ушел на войну уже в 20-м году и также не увидел рождения своего ребенка. Это семья героев. Вот идем навестить новорожденного ребенка. Вот это отец, вот в 90-м году погиб он, не увидел рождения своего ребенка. И сейчас то же самое сделал Овик, его сын. Ушел на фронт и не увидел рождения своего ребенка. И сквонцена он одарил Овики? Овики? Ирехай. Мария, да? А Ахчика, а? Да, дочка родилась, дочка. А нам говорили сын. Че, дочка? Աստված պապան ձեր ամբողջ ընտանիքը թեզ դուրը մենակ լավ լուրերով բացվի։ Նա բալիկները մեծանան, լավ սովորեն, լավ լուրեր բերեն։ Ձեզ իր ուժ և ամբերություն։ Մեր առօրյա հոգսը մի փոքր թեթևացնելու համար մենք անատ մարդիկ ենք մեքենայի վաճառքում ենք զբաղվում։ Այն ինչը որ ձեզ այս պահին օգնությունն է, այդ մեքենայի խաղարկության այդ գումարից մի փոքր հատվածը ուղղել ենք ձեր ընտանիքին ու զոհված հերոսների ընտանիքներին մի փոքր աջակցություն ձեր ընտանիքին։ Շատ հպարտ ենք, որ նման հերոսներ ունենք մեր շարքերի ներկողքը, հայրենիքի համար իրենց կյանքը տպավորենք, ձեզ մաղթում ենք։ Որտեղ։ Հադրութ։ Հադրութ։ Մեր ընկերն Հադրութի գյուղում մահացավ։ Մեր ընկերն Հադրութի գյուղում մահացավ։ 7 ամիս նա։ Մենք ինչ էլ ասենք, էդ գիտեք, որ մենք ձեր ցավը փորձում ենք մենակ կեսենք, բայց մենք հպարտենք, որ այսինքն մայրիկ, այսինքն ծավակա մեծ աստղ, աստղակ է, որ դուխով մեր երկիրը պահելա։ Ես որ դուք եք հերոս մեկ էլ ինքը։ Քուրիկն է, հա՞։ Ցանկանում ենք ամենը, որ ջան, մերսի, մենք այսինքն մեզ էլ շատ ցանկանում ենք, այսինքն մի րոպե ուզում ենք մտնել ձեզի տենանք, մի փոքր օգնենք ու այդքան։ Մենք կուզենայինք համ նստենք, համ խոսենք, բայց դեն էլ ենք ուզում ընտանիք ներդենանք ու չենք կարող, մենք էլ չենք կարող, մենք պրոստ ուղղակի կեսում ենք ձեր ցավը։ Ու շնորհակալություն ձեզի, որ այսինքն մայրեք, որ կարող է պայել եք, դաստիարակ եք, այսինքն հերոս, Աստված պապան ձ
մայրը ընտանիքը, դեզի ուշ, եմ ենակ ուշը, դեզ էլ շնուհակալություն ես հեծ ուսնեմի համշտը, աստված պապար։ 7 месяцев не могли найти тело погибшего. В первые дни погиб в Адруте, там, где жесткие бои были. В первых днях в списках его имя уже было. Но 7 месяцев спустя только нашли его тело и предали земле. Приезжали, дома не было вдовы героя, а здесь, рядом со своим секретом, помогли. Այստեղ բոլոր здесь 9 погибших с этой маленькой деревни. Вот все маленькие надгробия, которые видны, погибли во время этой 44-дневной войны. Здесь захоронены два брата, которым мы заезжали, у которого у одного брата осталось двое детей. Здесь также захоронен Бобик, отец которого погиб в 90-е годы. И теперь с вами. Из стех штаб Бобик и Айда. Серега, Бобик, который погиб в 44-дневной войне, а это отец Бобика, который не увидел рождение своего сына, а сын погиб, не увидел рождение своей дочери. Вот настоящий герой и память им вечна. Ես կոմի փոքր աջակցություն ընդունեցի ձեզ, ընդունում եմ ընդունեք ես, ձեր առումը ոգսի մի փոքր թե ձեր առումը գորորի համը, դեն հապարտություն ընդունեք ես, ընդունում եմ ընդունեք ես։
Сейчас едем, приехали уже в семью героя, который погиб, и сегодня у его дочурки день рождения. Заскочим, поздравим ребенка, пособолезнуем родителям. Привет, Балиджан. А он от Волца, сильный Балиджан. А ты не спотяшь, как мне цена? Ты что, раз будешь там мартик мотикана? Айдичан, мэнк. Аж хотел мартик, мэнк не я арку вачап, мэнк байвас. Мэнк мэр, аж хотел кис борош хатпаца, мэнк не я хаваркел, эт хавак вас гумара, важан мэнк. Фокер мас, зелен таники, хамсуман, окне, 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 шан карков, антунек мэр. Мартуни погиб. Чем к семье вот этого парня? Ему на самом деле нужна помощь. Ну, большую скорбь люди пережили. Вот, и когда ты видишь этих людей, основное ощущение — это то, что жизнь, она быстро заканчивается. И всегда нужно, мое личное ощущение, что нужно ценить вот эти моменты, когда ты и со своими и родными, и близкими находишься. Это первое. Второе — это то, что всегда нужно быть сопричастным к беде людей и стараться им помочь, потому что всегда вот в такой ситуации понимаешь, насколько все-таки нужно оставаться человеком, и несмотря ни на какие такие, может быть, личные желания, стараться для окружающих больше помогать, содействовать. Ну, в принципе, чем сегодня мы и занимались, я думаю, что это большое дело. Вот. Ну смотри, да, Айк, получается, помог и твоей семье, и этими же деньгами, которые он собрал, и еще 15 семей, какую-то часть маленькую, да, ну, внимание, какую-то помощь материальную тоже. Ты же видел, да, в какие мы дома заходили сегодня. Людям реально была нужна эта помощь. Получается, смотри, знаешь, он сделал подарок этими деньгами, подарив твоей семье автомобиль. И опять же, эти же деньги, да, ушли на благотворительность. Реально это была благотворительность. Не то, что показушность, а от души это было сделано. Эльдар, да? А ты рад, вот, что... Ну, понятное дело, что вот, ну, радость от того, что выиграл автомобиль, она есть, она, это, вот рад то, что вот сколько ты билетов купил, что эти деньги вот именно в это направление ушли. Вот для тебя вот это как? Я надеюсь, что и для тебя, и для всех подписчиков, для всех ребят, кто покупал билет, есть сейчас чувство вот этой гордости, что... Поучаствовали. Поучаствовали, да, в этом. Грубо говоря, все поучаствовали. Да, поучаствовали все, кто у нас покупали билеты, делают переоформление документов, покупают машины, все. Потому что я повторюсь, да, я это хочу сказать не с целью рекламы или еще чего-то. Все, кто поучаствовали, мы... Я уже озвучил, сколько было собрано денег и сколько мы сегодня смогли помочь. Вот. А снимали это всего лишь только для того, чтобы многие люди, многое пишут мне в личку,
так скажем, негатива. За спиной много чего говорят. Ну, пусть каждый для себя говорит. Вы как очевидцы, чтобы это увидели для вас. Не больше. Это не делалось для того, чтобы кому-то что-то показать, либо доказать. Но я надеюсь, что все, кто наши подписчики увидят, что у них есть чувство гордости, что вот они поучаствовали, приняли участие. Все сегодня победители. Думаю, что и у тебя такое чувство гордости. Конечно, сопричастность к такому событию, когда можно поддержать семьи, у которых произошла такая трагедия, это, конечно, для меня лично радостно, для всей моей семьи. Потому что вот мы сегодня, я со своей женой когда общался, я говорю, вот мы поедем по семьям погибших. И с ее стороны тоже такая реакция была, радости, что ли, что не просто какие-то такие радостные моменты мы здесь можем переживать, когда там раз машину получил, еще что-то там, вот, а именно это время, которое вот сейчас я лично провожу в Армении, мы проводим его с пользой. Да, и... если помнишь, когда ты смотрел, сейчас многие подписчики, наверное, будут говорить, а Айк, ты же обещал победителя покатать по Армении, показать все красоты. Я скажу честно, да, что у меня никогда ничего не бывает запланировано, как вот и это, да, как сегодняшний день. Некоторые моменты были, ты видел, почти все было не запланировано. Вот. Почему я с тобой никуда не поехал? Потому что и время было ограничено, и бюджет был ограниченный. То есть, вот ты, да, ты прав, ты когда говоришь, вот там, словом поддержать надо. Я согласен с тобой, что все могут словом поддержать. Но я бы добавил, что нужно еще и делом поддержать. Знаешь, вопрос не в, в этих деньгах, которые мы людям сегодня привезли, отдали. Вопрос в том, что... Если заметил, в основном ездят там, где дети. Да. Вот, то есть основного кормильца уже нету, да? Этим детям лишний раз купить конфету или купить сладость, возможно, в этой семье нету возможности. Вот для чего это все делалось. Мы заехали там, где и молодые ребята погибли. Но основное направление именно было там, где дети остались. То есть, ты видел, да, последняя семья, в которой мы были. Взрослая бабушка, взрослая дедушка. Нету больше у нее ни сыновей, ни дочерей. У матери также нету, то есть у супруги погибшего нету ни братьев, ни сестер. То есть поддержки никакой нету, а дети растут, и они не знают. И хотя бы, чтобы как-то ребенок улыбался, радовался, ему нужны эти мелочи, они нужны. И поддержка нужна словесная. То есть делом это, мне кажется, нужно доказывать. Говорить все могут. Да. У нас в Армении очень много таких святынь. Знаете, святыни в этой деревне вот сейчас расскажет многое Вагэ. Вот. Здесь вот свечки ставят. У нас просто очень много святых мест. С каждым местом что-то связано. Народ Армении очень древний народ. Наверное, нигде таких иероглиф нету, как рассказывающий, сколько нас, нашему народу лет. И одни из первых, что приняли христианство и веруют в Бога. Я так скажу, Бог един, нужно во все это верить, без веры ты не человек. Расскажу за это, вот Байер рассказал за это. Захоти, Серега, послушай, это можно не снимать, это не для видео. Я сама знаю. Выключай. Павзес. Вот и врям. Зези тестнинг. Вайн чанан чумек, а я менкель вайт мяс. Менки дарак энг вашхатун, менки нанер энг вачарвун армун. Ну сенсасын, мият менки нэнг хавар. Այդ խաղարկից փոքր մեծ գումար չենք տալի, փոքր գումարը ինչ որ միած բանի համար, որ մենք էլ մեզ փոքր հանգիստ զգանք։ Ավեք, ավեք, ես միատանք։ Թող Աստված ձեր մեկը հազարանի, ապրեք։ Մերսի։ Ավա, որ մեր կյանքում ձեր նման բանի մարդիկը նմնացել են։
Ինչքան մենք իշենք, ինչքան դուք իշեք, այնքան էլ մեր հերոս աղբերը սաղ կմնա, իր երեխեքներ կհիշեն, կիմանան, տենց էլ կմեծանան, մենք էտի վստահենք։ Հիմա Это был последний дом, куда мы заехали сегодня. Я еще раз хочу сказать спасибо каждому, кто за нами смотрит, кто наблюдает за нами, кто чем-то нам помогает. Каждый человек, который покупал у нас машину, поддерживал нас, это дали нам возможность, чтобы мы разыграли автомобиль. То есть мы что-то заработали, мы разыграли победитель, вот, Эльдар. Спасибо всем, кто покупал билет, потому что каждая ваша копейка, вы дали нам возможность сегодня не обойти стороной те семьи, которые нуждались в этом. Те семьи, которым мы обязаны своей жизнью. Мы преклоняем наши головы перед ними, мы говорим спасибо этим семьям, этим матерям, которые воспитали таких сыновей, которые ушли добровольцем, этим женам, которые сегодня живут и, без мужей, но гордятся тем, что их не мужья, а герои. Вот мы сегодня пришли, мы все, вы, кто нас смотрит, и мы пришли всем от нас, от всех сказать спасибо этим семьям, хоть чуть-чуть чем-то помочь. Да? Мы понимаем, что эти деньги им не вернут потерянных мужей, сыновей, супруг, отцов, не вернут. Но хоть какая-то мелочь от нас, знак благодарности этой семьи. Мы будем продолжать. И это видео не для того, чтобы что-то показать. Это видео, чтобы сказать вам всем спасибо. И чтобы вы знали, что на самом деле вы вместе с нами помогли. Ну все, дорогой, еще раз. Хорошей тебе дороги. Рад был знакомству. Рад, что сделали хорошее дело хорошему человеку. Да. Супруги, привет, детишкам поцелуй. Ну, как малыш родится, дай нам знать. Все, обязательно. Давай. Спасибо большое. А-а-а.